Радио Болтком. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. Продолжается оно, утро на Болткоме. В студии Александр Шунин. Сегодня 11 мая. И градусник в студии показывает забортную температуру уже плюс 18. Прекрасный, замечательный денек. И сразу как-то, ну, настроение-то такое. Сесть на велосипед на какой-нибудь, да поехать куда-нибудь в лес, да куда-нибудь в поле, да и погулять. А там тебе цоп-цобе какой-нибудь такой зловредный клещ, не дай бог. А особенно, если ты не вакцинирован, ничем себя не обшикал предварительно, ну, какая-то прям беда может возникнуть. Вот чтобы беда не возникла, не дай бог, ни с вашим, ни с моим ничьим здоровьем, мы сейчас побеседуем с энтомологом, доктором биологических наук, профессором, руководителем кафедры зоологии и экологии животного мира Латвийского университета Вальдемар Спундис с нами на связи по Зуму. Доброе утро, господин Спундис. Доброе утро. А как-то давайте еще раз поздороваемся, у меня техника вас не ловит. Алло? Доброе утро. Да, доброе, спасибо большое, сейчас стало немного лучше. Давайте действительно начнем прямо с тех самых клещей. В этом сезоне, как они, раньше проснулись? Позже проснулись, учитывая прогнозы погоды долгосрочные, краткосрочные, как сложится их жизнь, как сложится наша жизнь рядом с ними? Да, ну, этой весной они как-то дольше зимовали, поскольку у нас зима более-менее нормальная и со снегом. И, по моим данным, первые клещи были 9 марта. А в прошлом году это уже было в начале января, 9 января. Так что эта зима как-то продлила спокойный период. И они фактически такие активные стали только где-то к середине апреля. Ну, а вот видите, прекрасные дни, они очень активны. Так что если кто-нибудь поедет к природе, тогда надо остерегаться клещей. Понятно, что нужно остерегаться, но какие основные рекомендации, какие основные советы с вашей стороны, как профессионала, какую-то специальную одежду надевать, плотную, закрывающую максимум участков тела, несмотря на жаркую погоду, репелленты, прививки, как обезопасить? Угу. Ну, самый лучший способ — никуда не ходить и сидеть дома. Это не вариант, сразу его отметаем. Да, да. Ну вот если в природе идти, меньше вероятность. Это, например, сосновые леса, это кошенные луга, это тропинки, где клещей, ну, реже можно встретить, но если идти там по опушкам леса, по заросшим лугам, тогда вероятность получить клещей очень высока. Ну, а главное, нужна такая прилегающая одежда, особенно брюки, и носки надо поверх... Ну, то есть штанины заправлять в носки. Да. И тогда эти клещи, они не будут лезть под брюками, а будут на брюками, и тогда их легче заметить. И при том, есть репелленты, которые клещам не нравятся, и их опрыскивают в нижней части ног, так вокруг брюк, и тогда эти клещи очень неохотно ползают через эту площадь, где выпрыскули репеллент. Угу. Ну, я тоже проверял это на живых клещах, различные репелленты, и не все так хорошо
работают, но самый эффективный метод, который был, это собачьи такие ошейники, которые довольно-таки ароматные, и через них клещ точно не придет. Я думаю, может, для людей тоже что-нибудь такое придумано. Я сам, когда на поле, я просто делаю это, что сказал, и через, может, через пару минут, когда я в природе работаю, надо взглянуть на брюки, нет ли там клещей. А скажите, после прогулки на природе, там поле, луг, лес, имеет ли смысл осматривать все тело или до определенной высоты, скажем, по пояс, по колено? Все тело. Поскольку у нас, значит, три основные вида клещей, которые нападают на людей, это собачья, таежная и луговой клещ. Первые два обычно где-то залезают так по пояс до плеч, а луговой клещ, он обычно залезает в голову. Он, у него особенно нравятся такие волосистые места. Луговой клещ, он новый вид у нас, и местами в очень большом количестве. А таежный и собачий клещ, они как-то так разбросаны по всей Латвии. Луговой клещ, он немного больше, немного быстрее, и у него на спине такой орнамент, вроде бы мраморный. И его часто можно встретить в западной части Латвии, в южной, восточной, но в центральной части, так, Видземе, около Риги, там, Алуксне. Он там еще не дошел. Вот вчера мне сообщил, что они появились под Ригой в лесу Битерниеки. Так что в любом случае, ну, надо остерегаться. И второе – вакцинация. Но вакцина сейчас имеется только против клещевого энцефалита, значит, это вирус. Но пока нет эффективной вакцины против болезни Лайма, значит, это боррелиоз. И если вакцина против энцефалита эффективно защищает, тогда с боррелиозом ситуации сложнее, поскольку если клещ присосался, тогда надо быть особенно осторожным при изъятии клеща. Эти бактерии, боррелия, они находятся в кишечнике клеща, а не в слюнах. Вирус находится в слюнах. И когда клещ сосет, он со слюной, вирус попадает в кровеносные сосуды. А боррелия, значит, при сосании не проникает в тело, но если клеща как-то... Ну, сдавить, наверное, да? Да, если со силой его вырывать, тогда вот это содержание кишечника может пройти в ранку, и тогда... И напрямую в кровь, фу-фу-фу. Да, да, и тогда уже эта бактерия уже там в кровеносной системе уже там работает. Хорошо, вы говорите о том, что есть вакцины, и они достаточно действительны, правда, не против всех заболеваний. А насколько они сочетаются, эти прививки от клещей, с вакцинами от ковида? Можно ли их делать, ну, практически одновременно? Есть ли исследования на эту тему? Ой, я думаю, это очень новая тема, и я думаю, ну, пока мне такой информации абсолютно нет. Но эти... Возможно,
эти вакцины работают совсем отдельно, поскольку COVID-вакцина – это просто фрагмент генетического кода. А вакцина против энцефалита – это ослабленный вирус. Так что они каждая из вакцин совсем другого качества. Угу. Напоминаю, с нами на связи энтомолог, доктор биологических наук, профессор и руководитель кафедры зоологии и экологии животного мира Латвийского университета Вальдемар Спунгис. Господин профессор, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идеям рижских общественников, ну и это, в общем-то, уже практически официальные планы Рижской думы создавать луга на окраинах города, то есть кусочки дикой природы. Опять же, учитывая эти самые клещи, то есть увеличится ли опасность заражения в столице благодаря таким, ну, благородным, в общем-то, планам по сохранению экологии? Да, ну, в центре, в жилых районах клещей нет, а в пригороде их местами довольно много. Природу надо сохранять, надо умножать. И вместе с этим, разумеется, будут выше разнообразие не только обычных или охраняемых видов, но и также клещей. Но клещ фактически элемент естественной природы, и не со всеми этими элементами природы надо бороться. Есть еще одно дело, что у клещей много естественных врагов, которые живут в естественной среде. И если эта среда более естественная, этих врагов гораздо больше. Например, хищные жуки, которые съедают клещи, которые находятся там в почве. И даже птицы их едят. Есть такие так называемые хищные клещи, которые тоже на них набрасываются. Есть многоножки, которые им питаются. Так что в естественной среде идет такой процесс, что ни один вид не размножается в массовом количестве. То есть саморегуляция происходит? Да. Одни виды регулируют других, и в том числе клещей, и чем естественная среда, тем, может, и клещ будет лучше, регулироваться. Mm-hmm. Вот если посмотреть, где их количество наиболее высокое, так это в заброшенных лугах. Вот если луга так регулярно кошат, тогда там клещей довольно мало, а если их оставляют, они зарастают, там разводятся мелкие грызуны, которые являются пищей для невзрослых клещей. А взрослые, они уже питаются более крупными животными. Так вы описываете целый мир как у такого микроуровня. И коли уж мы заговорили об этом взаимодействии, в том числе насекомых и животных, скажите, пожалуйста, есть ли, наверняка появились последние
годы, и, возможно, это как-то связано с изменениями климата, новые виды насекомых в Латвии, до тех пор невиданные, не встречавшиеся ранее? Да, ну, примерно последние 20 лет, когда более-менее детальные исследования, у нас появляется много новых видов, которые, в принципе, приходят из Средней Европы естественным путем. Там и жуки, там и кузнечики, там некоторые виды саранчи, но многие виды просто появляются у нас, а потом уже осенью или зимой умирают большинство. Некоторые акклиматизировались. Вот я уже сказал о луговом клеще, который, в принципе, южный вид, но впоследствии изменения климата он акклиматизировался, и сейчас уже постоянный вид нашей фауны. Так что климат повышает разнообразие видов у нас. Мы беседуем с энтомологом, доктором биологических наук, профессором Латвийского университета Валдемаром Сплундисом. Господин профессор, мы не так давно с коллегами общались с представителем Латвии СМЭЖИ, и по ее наблюдениям леса меняются, и это действительно связано с изменениями климата, с потеплением, становится все больше лиственных лесов. То есть я правильно понимаю, что в той сфере, изучением которой занимаетесь вы, ну, в общем-то, можно сделать такие же выводы. Да, климат действительно меняется, действительно происходит его потепление, в том числе Латвии, и отражением этих процессов является изменение в животном мире в том числе. Да. Ну, я согласен, это естественно, это мы видим каждый день. Угу. Спасибо за наблюдение. У нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел такой вопрос вашему гостю. Появилась в Латвии в последнее время какая-то маленькая мошка. Она очень больно кусается, очень долго заживает этот укус и очень болит это место. Вот что это за мошка, которая появилась в Латвии? Ага. Будьте добры. Спасибо большое. Да, ну очень хороший вопрос. Это насекомые, которые назвал мошкой, это действительно мошка. Это такой вроде, в принципе, комар, такой похожий очень на маленькую муху, значит, мошка. И они, личинки развиваются в текучих водах, а взрослые самки сосут кровь. И там у нас около 30 видов мошек, и есть такие, которые летают очень рано весной, вот как раз сейчас. Как раз вот эти вот, да, мелкие мошки. А почему такой больной их укус? Они что-то впрыскивают в ранку или? Да, ну, значит, каждый кровосос впрыскивает свою слюну, а слюна состоит из различных белков. А вот некоторые белки просто токсичные. И поэтому после укуса мошки обычно наблюдается такое маленькое кровоизлияние. И очень неприятное ощущение. Какая-то таблетка, какая-то мазь могут помочь от этих ощущений? Я точно не знаю, но вряд ли. Ну, что-нибудь такое, которое локально анестезирует. Хорошо, спасибо за совет. У нас есть еще звонок. Да, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну что клеща надо выкручивать, это понятно, мы все знаем. А вот куда все-таки обращаться? В травпункте они как-то готовы к тому, что если человек нашел вечером у себя клеща, он туда едет, и его срочно принимают? Или это не оговорено у вас там в Министерстве здоровья? Mm-hmm. Как с этим клещом
надо реагировать на него днем, вечером, ночью. Спасибо. Спасибо. Ну, насчет анализов я так точно не могу сказать, но есть ошибки, которые люди делают. Вот если, присосался клещ, тогда люди едут к врачу, и клещ в это время, пока едут к врачу, он все продолжает сосать кровь. Если он инфицирован вирусом, тогда больше и больше вирус попадает в кровотечение. Поэтому особенно важно клещ вытянуть правильным образом, как можно скорее. Ну, то есть аккуратно выкрутить его, положить в какую-то емкость, и потом куда? В инфекционную больницу или какие-то другие есть точки, я не знаю, сбора этих самых клещей, приема? Я тоже не знаю, но анализ на энцефалит или боррелиоз, думаю, делают очень многие лаборатории. Центр инфектологии тоже, разумеется, но я думаю, центральная лаборатория или лаборатории Голубя, я думаю, они тоже делают, поскольку это рутинные такие анализы. Хорошо, огромное спасибо. У нас есть звонок, но, к сожалению, мы не успеем его уже принять. С нами на связи был энтомолог, доктор биологических наук, профессор, руководитель кафедры зоологии и экологии животного мира Латвийского университета Валдемар Спунгис. Мы говорили о клещах, о том, как действовать сейчас, когда они активизировались, проснулись и начинают нападать на людей и на животных. Все рекомендации, все советы энтомолога чуть позже появятся на нашем портале mixnews.lv. Читайте, запоминайте, действуйте сообразно этим рекомендациям. И вот еще одна рекомендация. После паузы оставайтесь с нами. У нас в гостях российский музыкант, певец, композитор Дмитрий Ланской. Господин профессор, с вами прощаемся. Огромное спасибо. Хорошего дня и здоровья, конечно же. До свидания. До свидания.